Согласно указу главы Республики Адыгея, в регионе приостанавливаются некоторые нормы, касающиеся ограничений, введенных ранее в связи с массовым распространением новой коронавирусной инфекции. Ношение масок в местах массового скопления людей становится добровольным. Лицам старше 60 лет рекомендовано продолжать носить маски при посещении вышеуказанных мест. Продолжают работать требования по соблюдению дезинфекционных мероприятий. 9 июня главой Республики Адыгея подписан указ о приостановлении действия отдельных указов главы Республики Адыгея. Вот эти вот приостановленные указы в той или иной степени связаны с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции. Значит, во-первых, приостановлено действие указа номер 26 от 16 марта о дополнительных мерах по снижению рисков завоза коронавирусной инфекции на территории Республики Адыгея. Значит, отменен указ главы Республики Адыгея номер 45 от 10 апреля 2000 года. Этим указом утверждались стандарты Роспотребнадзора, значит, утверждались лица, ответственные за соблюдение этих стандартов, вводились в действие чек-листы и так далее. Этот указ тоже приостановлен. И, наконец, самый большой указ, который вводил большое количество ограничений, это указ главы Республики Адыгея номер 27 от 18 марта. 2000 года со всеми изменениями, которые они принимали в течение 2000 года. Значит, этот указ тоже полностью приостановлен, за исключением первого и четвертого пунктов 1, 2, 3, 4. Первый пункт – это ввести для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС режим функционирования повышенной готовности. То есть режим повышенной готовности на территории республики в связи с коронавирусом не отменен. Установить, что территорией, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, является вся территория. Это пункт второй. Третьим пунктом определено должностное лицо в республике, которое ответственно за недопущение распространения коронавирусной инфекции. И четвертый пункт, который обязывает оперативный штаб принимать меры по соблюдению всех мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Все остальные ограничения, которые были установлены этим указом, они приостановлены. В том числе это касается и масочного режима, и социального дистанцирования, и проведения массовых мероприятий на территории Республики Адыгея. Также продолжается добровольная вакцинация жителей. Записаться на прививку можно через портал госуслуги. Работодателям рекомендуется предоставить работникам, привившимся против COVID-19, два дополнительных дня отдыха с сохранением заработной платы.